как я уже вам и говорил, ночь прошла вполне спокойно. Неплохое место для автотуристов, для автопутешественников, которые остановятся здесь на ночевку, на отдых. Повторю, что охраняемая стоянка, душ, ну, в смысле сауна, кафе. Рекомендую. Тяжело ехать, солнце в лицо. Это нужно иметь в виду. Или выдвигаться чуть попозже, когда солнце поднимется. Или иметь очки, наверное, какие-то. Слева по ходу поселок Лисьи Ямки. Справа река Кудьма, населенный пункт Пруды, с левой стороны Комсомольский.
еще, видать, не проснулись. Так, с левой стороны проехали деревню Каменка. Впереди населенный пункт Шелокша. Река Старая Кудьма. И въедем в промышленный район. Когда боковое солнце, видимость гораздо лучше. Красивая картинка, когда над трубой дымящиеся трубы промышленного района. Откровенно говоря, пожалел потом, что вот в этом промышленном районе не остановился на заправку. В этом промышленном районе бак был заправка самая низкая стоимость бака. Бензина. Вот в промышленном районе будете проезжать, самая низкая стоимость бензина была. Заправка с левой стороны. Будете проезжать, залейте бензин, потому что дешевле на трассе больше не будет. Значит, поворот, круговое движение, по-моему, развязка. Мы уйдем направо, левый поворот, прямо, движение прямо в город Кстов. Поездки Москва-Красноярск. Кстов будем проезжать, маршрут будет через Кстов, но в темное время можно будет посмотреть на город. Вот остался позади промышленный район. Но вдоль трассы вижу много населенных пунктов, но они не обозначены названия. Проезжаем по мосту через реку Кудьма. Далее с правой стороны довольно-таки крупный населенный пункт Новоликиево. Thank you.
Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. Вот такое незамысловатое движение, спокойное. Интенсивность движения пока невысокая. Двигаемся дальше. Так, заезжаем на «Газпромнефть». И эта «Газпромнефть» уже находится на трассе М7. Обычная процедура. Заправочный пистолет в бак, в кассу, и объявляешь до полного бака. Но везде технология заправки почему-то разная. Ну, не отработана единая технология для всех ГПН, для всех заправок «Газпромнефти». Здесь взяли кофе выпить. Просто на ночевке, на стоянке как-то этот момент упустили. Здесь умылись, приняли водные процедуры. Не спешим уезжать. Освобождаем колонку. Веселое настроение. Ребят, через что едешь? Ну я проехал, я заправился, тут была заправка «Газпромнефть». Двигаюсь в сторону Казани, ну увидишь меня, наверное. Да, хорошо. Что? Да, да, да. Давай. А, вспомнил, ведущий заехал, по-моему, в Кстов по делам. Разошлись немножко на трассе. А, я вспомнил момент интересный. На заправке подходит один бомж с пластиковой бутылкой. Дай, говорит, бензина. Бензин кончился. Я обалдел, говорю, ты же на заправке находишься. Вот,
Зайди, да заплати и купи. Честно говоря, я просто обалдел. Да. Кто будет смотреть без ускорения в реальном времени, четко будет слышно мое комментирование вот этого момента, мой комментарий. На самом деле, на заправке подходит? Дай бензина. Ну скажи, дружище, я вот болею там с похмелья, на бутылку пива там, другое дело. Вот цыган переняли, которые на трассе, вот эти мошенники. Так, ладно, с левой стороны река, а вернее по мосту проезжаем через реку Кудьма. Извилистое такое, извилистое русло в реке. Но никаких на трассах М7. На ближайшем расстоянии я не вижу. С левой стороны тянется река Кудьма. Извилистое такое у нее русло. Находимся в Кстовском районе. Правый поворот будет на Горный Барок. Горный Барок. Барок, не знаю, что такое. С правой стороны река Шавка, с левой стороны по ходу движения населенный пункт Шава. Так, с правой стороны Приозерье. Так, с правой стороны Запрудная. Чуть впереди. Впереди мобильный пост ОПС контроля разметки. Постоянно пищит радар-детектор. Но он был настроен у меня не совсем правильно. Нужно было установить Skyway, Speedway вернее. А у меня стоял уровень City. Поэтому очень чувствительная настройка была. Так. С правой стороны осталось село Запрудное. Остановился, по всей вероятности, помыть стекла. Не помню уже. Ладно.
постоянное напряжение из-за того, что лобовое стекло грязное и качество съемки может пострадать. Пересекаем реку Дудоровка, с правой стороны деревня Горняково. Горянькова. Трасса М4. Вот тут в основном по трассе, вдоль трассы в основном преобладают поля. Реклама, наверное, вас уже достала. В стране объявлен траур. Да, беда страшная. С левой стороны недалеко тянется река Волга. С левой стороны поселок Волжский, Работки и Чеченина. С правой стороны Лавровка. Приближаемся к развилке. Развилка, уходим влево. Если двигаться прямо, то населенный пункт Большое Мурашкино. Чуть дальше еще Княгино. Мы берем, принимаем влево и двигаемся в сторону населенного пункта Нева. С правой стороны река Китмар. Ну и ничего больше не вижу пока на карте. Повторю, что с правой стороны река Китмар, по мосту будем ее переезжать, с левой стороны Лыткинский пруд, Кисловка и далеко впереди, ну как далеко, относительно далеко, населенный пункт Нева.
правой стороны на отдалении примерно 2-3 километрах река Чернуха. За деревьями, наверное, можно будет рассмотреть Нивы, поселок Нивы. Ну, никаких населенных пунктов в этой 19-й файл я не вижу ни слева, ни справа. Ну, с правой стороны Исламовский лес и река Сундавик. Она сливается с рекой Мунарка. Далеко впереди, справа, Летнего. Наверное, деревня Летнего. Солнце справа в лицо, но не очень мешает. Полотно дороги видно достаточно хорошо. Реклама. С правой стороны, я повторю, Летнего, слияние двух рек Сундавик и Мунарка. С правой стороны по ходу движения Монари. Деревни, по всей вероятности, несколько домов. Это 496 или 497 километр. Ну все, я потихоньку еду. Ну это связался с ведущим. Повторю, он заезжал по делам. Так, продолжаем движение. Проехали Красную Луку, слева по ходу движения Кирикова, деревня, и впереди Лоскова. Справа Ляпуны и Преснецова. У меня вот такая есть новость. Не знаю, хорошая она или не очень. Вчера
27 марта 2018 года начал реализовываться проект, который я начал раскручивать 1.5-2 года тому назад. Проект под названием «Телеграфная азбука», больше известная в народе как «Азбука Морзе». И вот вчера было первое занятие. Я рассчитывал, что придет человек 5, максимум 10. И был сильно удивлен, когда пришло 45-50 человек. Это просто невообразимо. Проезжаем населенный пункт Лысково, город. Он с левой стороны по ходу движения. Так вот, пришло в 10 раз больше, чем я планировал и рассчитывал. Прошло первое занятие, изучили 4 буквы, прием на слух. Я видел, как горят глаза у ребятишек. СТПС. Ограничение 60. Как им это все интересно. Проявили живой интерес. Аппаратура, оборудование, на котором пришлось показывать буквы, раздолбанное. Ну, в общем, металлолом. Но, тем не менее, ребятишки услышали, запомнили буквы. И, надеюсь, теперь проект пойдет реализовываться. 1.5-2 года на это потратил. Звонил во все инстанции, куда только можно было. Если такими темпами будет развиваться инициатива, то с большой долей вероятности... Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. На поездке по России придется поставить крест. Ну, по крайней мере, я думаю, до лета. Я уже отказался от 3 предложенных маршрутов. Это Москва, Екатеринбург, Москва, Барнаул и, по-моему, Москва, Курган. Вот такая вот интересная новость. Ну, никаких привязок к трассе я не вижу, населенных пунктов. Населенных пунктов не вижу. На картинке они какие-то есть, но на карте не отображены. Видать, карта очень старая. Вот изменил немножко масштаб карты. Вообще с левой стороны на отдалении красный оселок Ачаиха. Ну, это, видать, деревни. А с правой стороны Асташиха и Белозериха. Деревеньки такие. Впереди, ну, крупная, наверное, деревня. Это я жалуюсь.
Я уже об этом говорила. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Так, с левой стороны озеро Подгорное. Ну и, соответственно... Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Двигаемся вдоль реки Волга. С левой стороны на разном отдалении петляет русло реки Волга. Ограничение 70. Справа река Имза, деревня Варганы, Варганы, Николаевка, Ольгина. С левой стороны крупная деревня или поселок Кременки. Двигаемся по трассе М7. Чуть не сказал Дон. Трасса М7, участок Волга. На разных участках трассу М7 называют по-разному. Впереди населенные пункты Анатольевка на трассе и Львова. С левой стороны между Волгой и трассой М7 река Чугунка. На стране проходит день траура по событиям в Кемерово. Вот проехали деревню Львова. Двигаемся дальше. Так. Кратковременная остановка. Но это санитарная остановка. Thank you.
Ну, после короткого отдыха, короткой остановки, продолжили движение. Справа по ходу Сарайки. Деревня Сарайки. Чуть дальше река Сарайки. В этом году зима снежная, начнется снеготаяние, думаю, будет не очень весело на трассе, на трассах, очень много снега, это уже 28 марта, вчера 27, например, в Москве шел снег. Справа на отдалении Липовка, реки, калитка. Ну, будем калитку по мосту пересекать. Слева Варварина, Надеждина. Ну, чугунный, я говорил уже об этом. Впереди город Воротынец. Трасса М7 «Волга». Вот одноименное название кафе «Калитка». С левой стороны по ходу движения, ну, примерно 1,5-2 километра, деревня «Калитка» и мост через реку «Калитка». Сейчас, честно говоря, не помню, что здесь сделали. И кофе не брали, это точно. Ну и поехали дальше. Слева Алексеевский поселок, Криуши, справа Ахпаевка или Ахлаевка, Ахпаевка, река Гремячка и деревня Елвашка. Приближаемся, наверное, поселок городского типа,
Деревню никак назвать нельзя. Воротынец. С правой стороны Огнев Майдан. Проезжаем Воротынец. Повторю, с правой стороны Огнев Майдан, деревня. С левой стороны Красный Восток. И впереди. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Впереди река Семьянка. Пост ДПС. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Так. Справа по ходу деревня Семьяны. Река Семьянка. По мосту проедем по ней. С левой стороны появилась река Сура. Реку Сура будем проезжать чуть позже. Опять солнце в лицо. Обгон запрещен. Ограничение 90. Временами в лицо, временами. Впереди мобильный пост ДПС, контроль разметки. Обгон. Ограничение 90. Плохо, когда солнце за деревьями, это мельтешение идет, плохо видно. Справа по ходу деревни Белявка. Слева на отдалении. Впереди мобильный пост ДПС, контроль разметки. Ограничение 50. По-разному. От километра, наверное, до 500 метров. Русло реки Сура. Скоро будет развязка. И
и мы уйдем влево. Ну вот на картинке населенные какие-то оживленные места, на карте ничего этого нет. Это я предупреждаю ведущего, что радар работает. На развязке уходим налево. Слева по ходу, после развязки, ну, считайте, на развязке Никольское село, по всей вероятности. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости, ограничение 90. Ну, на карте видно, как причудливо меняется русло реки Сура. Ну, по мосту будем проезжать. Знаете, что это Сура. Справа Алексеевка, Кудаши, Новая Ядрина, Ядрина, Панашеры, Иванькова. Слева Засурье. Поселение, поселок. Ну и вот мост через реку Сура. Проезжаем по мосту через реку Сура. Обычно на том берегу стоят ДПСники. Ну вот две поездки проезжали по этому мосту. Их я не видел. Но раньше они постоянно там паслись. Справа река Сура. Какое-то время тянется вдоль трассы, затем резко уходит направо. С левой стороны поселок Совхозный. Чуть дальше, в сторону Орба Павлова. Вот такой тихоход зачастую является провокатором для нарушения ПДД. Обычно вверху стоят эти ДПСники. Вот или специально пускают тихоход. Вот, ну, несколько раз. Впереди город. Ограничение 60. Несколько раз, как мне кажется, была провокация. Ну, в прошлой поездке. Ну, поля сменяются лесными массивами. Лес и справа, и слева. Впереди по ходу Сучково. Село. Далеко слева, в стороне Липовка. Справа Алексеевка, Пашнары и река Унга.
впереди на трассе Малэ Тюмерли. На полотно дороги вы сами наблюдаете, какая обочина, какая разметка. По мосту проедем через реку Унга, с левой стороны по ходу Ямалоки. Совсем далеко слева имя Касы, Малая Карачкина, Верхняя Бурнаши, Нижняя Ирзии, Господи. С левой стороны Юваново и Канаш. Справа Ленина. Слева проехали поворот на Канаш. С левой стороны населенный пункт Сермысь-Касы. Чуть дальше Юнга и мост через реку Юнга. Справа по ходу движения Аптяк-Пось, Мурза-Касы, Низ-Касы, Ярославка, Елхова, Новое Чермиево, река Юнга вторая, река Полупаси, предупредил ведущего, что работает радар. С левой стороны населенный пункт Юнга-Паси, мост через реку Юнга вторая, ну, новых населенных пунктов не вижу, а чуть ранее я сказал, какие. Thank you.
Приближаемся к поселку Мурзаково. С левой стороны на отдалении, на развязке Моска косы. Прямо по ходу Седу косы. Справа Ландыши. По ходу движения Коломыкова. Справа Синьял Орина, Аринина, Синьял Аринина, ну, деревня по всей вероятности. Справа Эхвет Косы и по ходу Рыка Косы. Ну, на этом заканчивается серия до следующей серии.